драгоценных камней. Придется раскошелиться. За незаконную добычу янтаря, нефрита и других самоцветов теперь будут штрафовать на 500 000 рублей. Речь прежде всего идет о так называемых хитниках, старателях-нелегалах. Но, возможно, денежное наказание коснется и простых коллекционеров, собирающих камни для себя. Из-за чего возникла такая необходимость и как российские минералы уходят за границу? Криминальную цепочку проследил Кирилл Попов. Добывать камни частникам запрещено, можно только собирать. За нарушение закона штраф 5000 рублей. Хитников такое наказание не пугает. Типичный пейзаж для Урала. Вся тайга между соснами изрыта. Это не просто ямы или отвалы. Встречаются целые шахты. Например, это заброшенная, говорят, конца 70-х. Только чтобы ее построить, требуется как минимум 2 года. Еще несколько лет здесь велась добыча. Все это время люди жили прямо в лесу, рядом в хижине. Добытчиков, подобных Александру, на Урале немало. Одни называют их коллекционерами, другие считают браконьерами. Нелегалы нередко пригоняют в леса экскаваторы и варварски разрушают почву. Свою драгоценную жилу тщательно охраняют. Очень скоро привлечь хитников к ответственности станет проще. В середине сентября вступят в силу изменения в закон о недрах. Черным старателям придется серьезно раскошелиться. Штраф до 500 000 рублей грозит не только за добычу, но также за продажу и хранение полудрагоценных камней. В стоп-лист вошли янтарь, нефрит, берилл и его разновидности аквамарин и гелиодор. Среди любителей охоты за камнем нововведения уже посеяли панику. Бороться с нелегальными добытчиками необходимо, но как быть тем, кто ищет камни исключительно для души, делает из них подделки или просто ставит на полку для красоты? Народ раньше не заморачивался с оформлением документов, вот в том числе на хранение. Потому что если камень добыт где-то в 70-х, 80-х, куплен, каждый, кто хранит дома минерал и который проболтается о том, что он готов его поменять, то есть по факту получается хранение с целью сбыта. Вне закона могут оказаться и сувениры, популярные у туристов. Вряд ли у камнерезов-ювелиров, принимающих сырье от частников, есть документы на материал. Выходит, сотни шкатулок и украшений сделаны из незаконно добытых подделочных камней. Вот лежит яшмы, кусок, 100 килограммов, он лежит на поверхности. Частично он в земле. И у нас нет механизма получения разрешения на то, чтобы этот камень взять. А ему этого камня хватит, чтобы там 5 лет работать и кормить. На фоне ужесточения наказания добытчики камня предлагают вернуть горный билет, как в царской России. До революции его можно было купить за 10 рублей. В то время немаленькие деньги, зато работай где хочешь, вся добыча твоя. Нынешнюю лицензию за недропользование потянет не каждая компания. Что уж говорить о мелких частниках. Кирилл Попов, Станислав Сверчков, Олег Мещерягин. Вести. Дежурная часть. Халцедон. Интересный перелив. Халцедон такой с яблоками красивыми. Деревьев много повалено. Какие-то гниют, пали, какие-то ветром, какой-нибудь ураган пройдет, завалит. Особенно обидно, когда дорогу заваливает. Ну, тоже перелив. Вот такой вот интересный. Такой курочкой халцедоновой. А этот так вообще красава. Нет. 100 килограмм, наверное. Вот кварц. А здесь вот желудка кристаллов кварца. Здесь, кстати, тоже. Если ее вот так вот разрезать, интересный рисунок получится. Вот с какими яблочками. Халцедон.
выкопался донище. Даже намешано сколько. Срез, конечно, сделать, отполировать интересно будет. Нет, тут завален шурф, конечно. Метр воды, наверное, там. Это отвал. Если в отваре интересные камни находятся, так можно представить, что было в самой жиле. В Свердловске, в горном университете, вот там многокилограммовая дроза отсюда с такими яблоками. Красивая. Красивый кварц, халцедон мой тут образец. Вот кристаллы. Видно, что есть. Вот это окатыш. Ну, если такое есть, значит, нормальные кристаллы должны быть. О, солнышко выглянуло. Это всегда красиво. Вот халцедоновая курочка. Кварц. Ой. Где-то здесь я каменюку не мог. А, вот она. Вот дерево, смотри, вросло. Вернее, корнями. Ага. Вот они есть такие яблоки, а есть большие, красивые. Вот как попадешь на них. Интересная штука. Ой. Это надо. Чтоб образец заснять, Саша, выпиливать надо. Выпиливать? Сколько груздей, пап, вообще умотаться? Ну так что, наберем потом? Ну, после работы наберем. Ага. Смотри. А, у меня есть эта фотка. В книге. Да. У меня в книге она есть. Это...
сапоги высокие, может быть, и прямо по середине. Оба. Че, глубоко? Да ты что, набрал? Ёлка-ломана. Будь здоров. Смотрите, я в килевой части работал. Так-то камень здесь везде, по идее. Но сам-то я... Ну вот осколки, вот вали лежат. Кварца. Горный хрусталь. Можно порыться. Ну вот, с головкой. Вау! Вот это интересно. Попадают симпатюли небольшие, ну, так, чтобы уж закричать клад, 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 клад. Вау! Вот это вот симпатичная штука, хоть не карандаш, но сколько тут десятков лет никто ничего не делал. Вау, тоже симпатюля. Симпатюля. Что-то говорили про самозанятых. И все. Застыло, затихло. Дали бы добро, люди бы оформились. Кто бы ездил, копии показывал, кто еще что-то любит. Нет, нам надо в ЕПС загнать. По 20 с лишним тысяч, а тут на бензин только за одну поездку уйдет. Тьфу ты, хватит гудеть.
Вау. Это уже интересно. Это интересно. Выскочила бы такая вот друза с такими... Оп, еще что-то попало. Ну, это осколок кварца. Вот с головкой кварчик. Вау. Миллионы муравьев. Вот это да. Такого большого муравейника я не видел. Запах багульника им кружил голову. Усталые и довольные. С камнями и грибами. Они возвращались домой. У дочек грибы покажите. Это так что Юра в основном там жалит. Красава. Ты набрал у них уже, да? Нет. Нет? Нет.